сейчас дерьмо полное. Пранк у ночи нет, а самое. Будем отталкиваться от того, что выстрелит первым. В итоге мы даже это не делаем. Блин, самое главное, чтобы заманить, чтобы твои видео смотрели, это реально только название и обложка. Но вот у нас есть уже какая-то начальная активность. А мы чтобы уже, удержать содержание? Мы можем 1000-2000 просмотров уже как бы сразу гарантированно на видео получить. Нет. То есть это уже запускает. Нет, еще пока нет гарантии, что у нас ну, будет. Тысячу. Сейчас может быть еще... Тысячу можем. Полторы. Нет. Да можем тысячу. Вот выложим новое видео, 1000 оно наберет, это 100 пудов. Я пытаюсь, но у меня ступор головы, я ни одной идеи не могу придумать и тупо не знаю, зачем я снимаюсь. Вот и все, и вот и приехали. Что-то в яму себя какую-то гоняет. Какую яму? Это по факту, я в яме, да. Что мы делаем? Короче, мы решили сделать большое дело и проявить волонтерскую позицию. И надо вот эту сушку сбить, чтобы она никому на голову не упала. Вот сейчас упадет, будет вообще угодно. Итак, чтобы сбить сосурку, вам понадобится первая палочка. Это было проще, чем я думал. О, есть, аккуратно, возьми ее рукой, возьми.